Сегодня приготовим настоящую вкуснятину из куриного филе. У меня здесь куриное филе грудки, две штуки. Я ее разрезала вот на такие небольшие кусочки. Можно еще отбить. И обязательно еще мясо помоем и снимем кожу. Для начала куриное мясо я чуть-чуть замариную. Для этого немного возьму соли. Прям совсем чуть-чуть. Солите по вкусу. Далее немного черного молотого перца, тоже для вкуса и пикантности, совсем чуть-чуть. И, конечно, какие-нибудь травы. У меня здесь томаты и базилик, тоже совсем немножко, будет очень вкусно. И у меня тут томаты, базилик и еще немножко чеснока. Можно выдавить пару зубчиков свежего чеснока, кто любит. Следом добавляю 2 столовые ложки соуса терияки. Можно добавить соевый соус. Самый обычный, классический. Мне с терияки больше нравится. Поэтому вот так прям 2 такие полные, даже 3 столовые ложки. И все хорошо-хорошо перемешиваю. Чтобы каждый кусочек куриного филе, вот знаете, разрезаем вот так, как на наггетсы. Можно еще каждый кусочек отбить. Но мне нравится вот так вот, не отбивая, я просто тонко режу, примерно где-то чуть больше сантиметра. Так получается гораздо вкуснее и сочнее. Все перемешали. И оставляю примерно на час, можно оставить на ночь, чтобы у нас куриное филе хорошо-хорошо замариновалось. В сковородку наливаю небольшое количество растительного масла, но так, чтобы покрывало все дно у сковородки. Филе уже хорошо замариновалось. Далее я панировать их буду в панировочных сухарях. Можно использовать как покупные, так и домашние. У меня вот такие, очень крупные. Никакой лишней соли, приправ я сюда добавлять не буду. Беру кусочки куриного филе. Вот так вот обмакиваю в панировочные сухари и хорошо-хорошо прижимаю. Отправляю на разогретую сковородку. Буду обжаривать со всех сторон до такого румяного состояния и полной готовности. Вот так вот. Повторяю так с каждым кусочком. Еще желательно, чтобы прям кусочки были такие полностью в маринаде. Так лучше пристанет панировка. Ну, вот так хорошо-хорошо. Еще приминаю. Куриные кусочки готовы, они получаются очень вкусные и невероятно ароматные. Сверху я присыпаю еще зеленью петрушки и подаю к столу. Подавать можно с абсолютно любым гарниром, либо как самостоятельное блюдо, тоже очень вкусно. Пробуйте, готовьте, я думаю, вам понравится. Такая вкуснятина, нежное, сочное куриное филе, особенно для любителей куриной грудки. И кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Готовьте также просто и вкусно.